Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Сьогодні, як завжди, по середах у цій порі ми спілкуємося з юридичних питань. Гість нашої студії – Кирило Нахімчук, голова відділення Нотаріальної палати України в Миколаївській області. І будемо говорити сьогодні на актуальну тему, нагальну тему. Це аграрне рейдерство – і, власне, зробимо акцент на в аспекті власників земельних ділянок. Отже, пане Кирило, по-перше, вітаю вас сьогодні в нашій студії. Дякую, що сьогодні з нами, відгукнулися на наше запрошення і будемо говорити на таку актуальну тему. На вашу думку, чому саме останнім часом виникло це питання, і, власне, що таке аграрне рейдерство? Отже, тема не нова, але останнім лише часом набула такої актуальності. Да, спасибо большое за приглашение еще раз. В последние несколько лет, я бы сказал, лет 5-7, аграрное или земельное, его еще называют рейдерство, действительно стало большущей проблемой для Украины, настолько большой, что вышло на уровень государственный, то есть эту тему обсуждают в комитете по аграрной политики Верховной Рады, в Министерстве юстиции, в облдерж-администрациях создаются штабы антирейдерские, комиссии антирейдерские и так далее и тому подобное. Почему возник такой вопрос и что, собственно говоря, такое аграрное рейдерство? Начнем с понятия самого рейд. Рейд – это движение. Движение куда-то с целью сделать что-то и потом в основном вернуться на место. То есть рейды есть, да. Ничего негативного в самом формулировании нет. Само понятие рейд – это абсолютно нормальное слово, которое может в военной терминологии использоваться. Полярные рейды, там, научные рейды есть и так далее. Ну, как правило, обозначает какое-то движение по определенному маршруту с выполнением каких-то целей. В этом и суть. То есть аграрное рейдерство – это движение, направленное на захват постоянной или временной, чаще временной, чужой земли, как правило, земли с уже обработанным и созревшим урожаем, с целью его захватить, присвоить, реализовать, получить деньги – ну, а дальше как получится. Если получится эту схему закрепить и надолго, то это уже, по сути дела, не рейдерство, это враждебное поглощение, скажем так. Угу. Но это разные понятия, ну, да? Рейдерство... Чуть-чуть разные, да. Рейдерство – это более-менее разовое такое. Пришли, убрали чужое поле по поддельным документам, продали за наличный расчет урожай и испарились. Все. И после этого появились на следующий год там, или спустя месяц на другом поле, в другой области, в другом районе. С такою ж схемою, подібною схемою. Так? Ми можемо сьогодні роз'яснити нашим глядачам, до речі, ми працюємо в прямому ефірі, телефон студії 47 74 72. Якщо у вас будуть запитання до нашого експерта, будь ласка, телефонуйте. Можете роз'яснити, чому, власне, які фактори виникнення цього поняття, чому воно з'являється? Ну, я могу изложить свое мнение на этот счет, оно более-менее обоснованное, потому что я уже 20 лет работаю районным нотариусом, и я наблюдал этот процесс достаточно подробно. Два основных фактора. Первый фактор – это неповоротливая, медленная и, будем честно говорить, неэффективная судебная система защиты сельхозпроизводителей от различного рода вот таких атак. Угу. Это первый фактор. И второй фактор – это форма договора аренды, на основании которого там 90%, а то и 99% сельхозпроизводителей украинских ведут свой бизнес. Тобто мова йде про документ, конкретний документ, який називається договір оренди. Ну, про судебную систему я разговаривать долго не буду, все прекрасно знают, насколько она у нас медленна, ее сейчас реформируют, может быть что-то изменится. Почему судебная система не может эффективно, почему создаются эти все штабы, почему судебная система не может эффективно противостоять рейдерству? Потому что собрать урожай с поля, это счет идет на дни. А только принятие заявления в суд – это десятки дней. И первое рассмотрение – там это 20 дней, месяц, вот, ну, несопоставимые вещи.
Урожай с поля собирают за двое суток хорошей технікою. Все, і уїхали. Ну, а ми вже визначилися, що рейдерство, власне, це короткотривалі такі набіги. Да. Набіги. Це, зробити... по суті, діло набіг. Вот. І суд нічого не може... Да, він потім встановить права, він потім захистить права, але взискувати не з кого. Тобто, деньги, урожай, деньги потеряні. Второй фактор – це простая письменная форма договора аренды. То есть, почему мы говорим о договорах аренды? Потому что, как вы знаете, у нас действует мораторий. То есть, землю распаивали между собственниками, участниками бывших колхозов, совхозов и так далее. Им раздали по кусочку, продавать запретили. При этом нужно на этой земле выращивать какой-то урожай. То есть, в Украине запустился рынок так называемых производных, то есть сельхозпроизводители у нас работают не на собственной земле, а на арендованной. И возникает ситуация, когда вся земельная база, весь земельный банк того или иного сельхозпроизводителя состоит из земли, которая взята в аренду. А договор аренды – это несколько листочков бумаги с двумя подписями, и регистрацией в системе государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество. Але він має таку гучну назву, це договір, який має бути захищеним. Чому він настільки небезпечний? Он не защищен ничем по простой причине. Если документы о праве собственности, государственные акты, свидетельства, выдаваемые там различными органами, в том числе нотариатом, договора купли-продажи, вот. Это единичные документы, которые выдаются уполномоченным на это государственным органам, проходят перед выдачей несколько инстанций, вот, и их сымитировать сложно, вот, то договора аренды сымитировать очень легко. Для этого нужен компьютер, шаблон договорчика, более-менее отвечающий законодательству, и принтер. Не нужны даже арендодатели, по большому счету. В кабинете властном можно. Вообще не нужны. То есть их подпись имитируется задней левой ногой. Ее никто не проверяет, ее никто не удостоверяет. Она не проходит никакой экспертизы. То есть никакой возможности проверить, чья это подпись, у регистратора нету. Мы, власне, зараз говорим про приклады, відомі з вашої практики. Ну, это, да? Это встречается сплошь и рядом в практике каждого регистратора. Это как бы такой момент, что могут принести договор, который подписан... тот момент, когда уже человек, согласно документам, является умершим и так далее и тому подобное. То есть таких моментов куча. Все они подтверждают то, что вот эта простая письменная форма договора без эффективной судебной системы, с системой государственной регистрации, которая у нас достаточно молодая, я считаю, что для ее запустили с 1 января 2013 года, как бы 4 года, это молодая система. Она еще не до конца отработана, и в целом она тоже не может дать 100%, или, там, или хотя бы 90% гарантию законности и правильности оформления. И случается так, что вот эти рейдеры, наклепав энное количество договоров аренды, сымитировав подписи, подают их на регистрацию какому-то недобросовестному регистратору, и тот за небольшие деньги в виде взятки регистрирует эти договора. Вот. На утро люди приезжают со своими комбайнами, убирают поле, пока собственник начинает бегать между милицией, охраной, юристами, судами, своим офисом, собирает документы. Час втрачу. Приезжает на поле что-то доказывать, а доказывать уже некому. Пане Кириле, ця ситуація загальна, вона відома і іншим нотаріусам. Взагалі, загальна думка нотаріальної спільноти України може вплинути якось на законодавців, аби ситуацію змінити, хоча б принаймні з оформленням договорів оренди? Да, вона може повлияти. Більше того, в даному випадку вже навіть ініціатива ісходить не від нотаріусів. Ми давно говорили, ще з моменту, коли убирали нотаріальну форму в 2003 році, мы говорили, что это когда-то аукнется, потому что не остается ни одного органа, который бы проверил подписанта, человека, который передает землю в аренду. Но
Тогда было другое время, тогда аграрии считали, что нас защитит государство, нас защитит суд, мы будем добросовестно подписывать с людьми договора и все будет в порядке. С того момента прошло 14 лет, привлекательность коммерческая аграрного сектора возросла в десятки раз, то есть это сейчас один из, там, в десятки, наверное, самых прибыльных бизнесов в Украине. Соответственно, конкуренция за землю сумасшедшая. А когда очень легко эту землю присвоить из рук в руки, при высочайшей конкуренции, начинают работать вот такие рейдерские схемы. Ми, власне, вже визначили фактори виникнення рейдерства. Наскільки небезпечно для звичайних громадян, власників конкретних ділянок ось така ситуація? Ну, давайте розділимо цей вопрос на дві частини. Значить, наскільки це для них опасно в плані потери землі? Практично не опасно, тому що заниматься сложной и трудоемкой работой по имитации государственных актов, свидетельств на наследство, это две основные группы документов, на основании которых земля принадлежит людям. Это сложно, это дорого, это кропотливая работа, которая себя не оправдывает. Вот тут судебная система все равно восстановит. То есть право собственности, как правило, в 90 случаях вернут законному собственнику. Вот. Поэтому нет смысла возиться. Вторая часть, насколько это опасно, то есть землю не заберут. Если заберут, так, то это единичные случаи, которые рейдерством не назовешь. Это какие-то споры гражданско-правовые, которые вполне эффективно решаются нашим судом. С другой стороны, если мы говорим про опасность потери денег, то да, это очень опасно. Потому что когда происходит рейдерский захват какого-то поля, которое, разумеется, в аренде там, у фермера или у сельхозпредприятия, и у этого фермера и сельхозпредприятия есть договорные обязательства перед арендодателями выплатить им арендную плату по итогам хозяйственного года, оговоренную в договоре. Ну, разумеется, если его грабанули, если у него отобрали все, то он остался без денег и платить арендную плату ему нечем. Возникает цепочка претензий, да, у фермера к этим, у арендодателя к фермеру, никто ни с кем не может рассчитаться, свары, скандалы и так далее. То есть все попадают вот в такую плохую ситуацию. То есть вот этот риск напрямую касается наших собственників земельних участках, простих наших граждан. І, власне, доходимо до такого питання, як методи боротьби на своєму особистому рівні, як фізичних осіб, власників земельних ділянок? Ну, тут, скажімо так, це практично юридичні методи. Метод перший, тобто, якщо вас вполне устраиває ваш орендатор, если он вам платит нормальную среднестатистическую аренду по вашему региону, это несложно проверить, это несложно узнать, позвонить там куму в соседнее село, а сколько вам платят, сколько нам. Все селяне это умеют делать, нам их в этом плане не надо учить. Но, когда приезжают какие-то непонятные люди с напечатанными и впечатанными уже непонятно из каких источников вашими данными, фамилиями, отчество, там, название документа, площадь земельного участка, и говорят вам, что вот мы уже с вашим арендатором все решили, мы с ним договорились, он нам продал, поэтому подпишите нам, пожалуйста, новую редакцию договора, а мы вам только за подпись дадим сейчас вот 1000 гривен уже, машут перед носом. Мы уже ее даем, это помимо арендной платы. Только подпишите нам договор. Ну, человек думает, ну ладно, там, это их бизнесовые дела. Один ушел из бизнеса, другой зашел. Ну давай, подписал. 1000 гривен на дороге не валяется. И вот таким образом происходит, появляется другое количество договоров аренды. А первый арендатор об этом ни слухом, ни духом. Он ничего ни с кем не согласовывал. То есть метод борьбы. Ну, во-первых, не вестись на эти посулы. Да? То есть, ну, не подписывайте просто так. Если вы знаете, что у вас есть с вашим арендатором Ивановым, который добросовестно вам платит аренду, подписанный договор, и он заканчивается в 2020 году,
Ну, как минимум, нужно ему позвонить или его бухгалтеру и спросить, а вы точно продали бизнес, вы точно выходите, вы точно с нами прощаетесь, бо ездят какие-то непонятные люди, вот, и предлагают подписать два договора, договор о расторжении аренды с вами и договор о заключении новой аренды вот с Петей. Если да, то приедьте, соберите людей, скажите. Ну, в 99 случаях это будет неправда. Это самый простой способ. Да, вы скажете, а какая мне разница, там я 1000 возьму, вот, пусть между собой потом воюют. Если начнется война за поле, то вы несколько лет, ну вы поняли, да, люди, то которые на это пошли, несколько лет не будете получать арендную плату, потому что это суды, это запрет на использование этой земли, это взаимная война фермера с фермером. То есть до тех пор, пока будет идти война, вы останетесь вообще без арендной платы. Потому что земля ваша будет стоять необработанная. Поэтому первый самый надежный способ вам помочь своему арендатору, это просто-напросто не вестись на посулы и не подписывать договора каких-то залетных непонятных людей. Так, инше. Вот. Второй способ, как бы, это в обязательном порядке, в обязательном порядке иметь дома свой экземпляр аренды. Потому что может такое случиться, что у фермера захватят офис, в том числе уничтожат все его подписанные договора. К вам даже не будут приезжать, вашу подпись сымитируют в кабинете. Вот. И когда вот это вот все движение начнется, наличие у вас второго экземпляра, как правило, происходит следующим образом. Приходят, как называют в контору раньше, да, приходят в офис к фермеру или к сельхозпредприятию, подписали два экземпляра, и они потом идут там на регистрацию, фермер их регистрирует и оставили. Потом когда-нибудь заберу. Потом когда-нибудь, как правило, не наступает никогда. До тех пор, пока не петух не клюнет, и когда он, этот договор уже кровь из носу нужен, вот тогда его очень сложно найти. То есть договор, ваш подписанный экземпляр, должен лежать у вас дома. Так, зрозуміло. Ще які методи? Ну, по большому счету, с точки зрения маленького человека, собственника земельного участка, этого достаточно. Этим вы уже поможете, если у вас будет ваш договор, и если вы не будете подписывать никакие документи, які вам підсовують непонятні люди. Пане Криле, навіть послухала вас, у мене особисте таке враження, що ніхто не застрахований стати жертвою рейдерських захватів. Абсолютно. Я маю абсолютно на увазі власників земельних ділянок. Да, да. Навіть якщо застосовувати ці методи. Ну, чи вот, все ж таки я помиляюся? Тут ще вопрос заключається в следующем. Когда вводилась система государственной регистрации как один из элементов защиты, да, в том числе и прав на недвижимость, прав аренды и так далее, к сожалению, начались случаи, вот то, о чем я говорил, когда за взятку большую или маленькую государственные регистраторы нарушали закон и регистрировали, скажем так, документы, которые нужно было отказывать в регистрации, совершали действия незаконные. Вот. Это приобрело такой масштаб, что Министерство юстиции буквально за несколько месяцев разработала новую редакцию закона, запустила специальную комиссию антирейдерскую при Минюсте, которая, обладая определенным количеством досудебных полномочий, имеет право очень оперативно отменять вот эти незаконные регистрации, то есть дополнять собой судебную систему. Да, сам министр признает, что это временная, министр юстиции Петренко Павло, да, что это временная мера, что это пожарная мера, потому что, по идее, это судебные полномочия, и суды должны точно так же быстро реагировать на эти случаи.
Не получается пока у нашей системы судебной так быстро реагировать, поэтому создали эту комиссию, которая может отменить незаконные регистрации, угу. вернуть имущество собственнику и так далее. Эта комиссия, на це також потрібен час. На це потрібен час, но там оперативнее рассмотрение происходит. Плюс эта комиссия имеет полномочия по наказанию вот этих вот нерадивых регистраторов, то есть это счет уже идет на десятки человек. Там есть лица, которые пострадали, я имею в виду регистраторов, не совсем справедливо, и мы там со стороны нотариальной палаты сейчас права своих коллег отстаиваем, потому что в общей массе на эмоциях там происходили иногда вещи не совсем справедливые. То есть необъективно разобралась комиссия, ну для этого есть мы, для этого есть суд, и министерство согласилось, что в этом плане мы должны работать. Но очень много тех, кого справедливо отключили, заблокировали и как бы усилили уголовную ответственность за вот такие незаконные действия. То есть сказать, что ничего не делается, нельзя, делается. Просто настолько высока конкуренция в борьбе за земельный рынок, настолько высока сейчас рентабельность сельскохозяйственного бизнеса и стоимость самой продукции, что вот такие налеты, скажем так, они все равно имеют смысл. Пане Кирило, Міністерство юстиції добре, що застосовує такі заходи, воно далеко, у столиці, а тут, на місцевому рівні, як можна себе унебезпечити? Я знаю, що є оперативні штаби, складаються. Да. Это, вже працюють робочі групи. Это продолжение именно этой работы антирейдерской по погашению вот этого пожара, который разгорелся в последние несколько лет. Наскільки зараз вже ефективна їх робота? Ну, они рассматривают постоянно, они работают практически в непрерывном режиме. И вот в августе был создан визит министра юстиции, тут расширенная коллегия была, приезжали практически все директора департаментов министерства на базе управления юстиции главного в Николаевской области. Было принято решение по созданию таких штабов. В том числе в Николаевской области он был оперативно создан, он уже работает, постоянно работает. Туда можно обращаться по любым, там и индивидуально, и бизнесу туда можно обращаться в Главное управление юстиции вот, для решения проблем вот, с рейдерскими захватами земли, с незаконной регистрацией прав на землю и так далее и тому подобное. То есть у нас получается органы, это комиссия Минюста, по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации недвижимого имущества. Есть антирейдерский штаб при Минюсте, есть антирейдерский штаб при Главном управлении юстиции в Николаевской области. Но это все постфактум. То есть это уже тушение пожара. Там маленький, большой, средний, неважно. То есть это пожарные меры, которые приходится принимать государству, когда ситуация уже вийшла із-під контролю. Я зрозуміла. Ми сьогодні, власне, і говорили про ті методи і форми, аби не довести цю ситуацію да, до критичної. Основна, до я вважаю, задача все-таки зробити так, щоб цих пожарів не виникало. Для цього перше, що потрібно, це, звісно ж, раз уж наше государство отказалось на сегодняшний день опять снять с повестки дня вопрос земельного рынка. МВФ уже не требует его введения, поэтому опять он откладывается в долгий ящик, наверное. Вот. То есть у нас рынок земли опять снимается с повестки дня и опять становится актуальным рынок производных, то есть рынок аренды, эмфитевзиса и так далее. Почему этой проблемы нет таких в масштабах в других государствах? Ну, та же, допустим, страны Балтии, да? Я интересовался специально, когда весной был. А по большому счету у них работает рынок собственности. Каждый фермер работает там на своих 100, 200, 300 гектарах, которые у него в собственности, он их получил по наследству, он их купил, у лиц, у государства, это его земля. Вот. А мы уже говорили, что документы на право собственности, которые проходят несколько этапов выдачи, конечно, их сымитировать в сотни раз сложнее, чем договор аренды в простой письменной форме. Соответственно,
даже формально заехать на поле, помахать там вот этими договорами аренды невозможно. То есть там не происходит этих рейдерских захватов, там есть рынок собственности. У нас де-факто сложился рынок производных, рынок аренды. Но при этом документ, который создает это право аренды, у нас абсолютно ничем не защищен. Поэтому буквально две недели назад, не по нотариальной инициативе, мы ее 100% поддерживаем и будем в этом направлении работать, по инициативе правительства, по инициативе депутатов, они вернулись к идее нотариального удостоверения договоров аренды. То есть нотариат за время существования все-таки доказал, что он не продается. Я вам дуже дякую, пане Кирило. У нас сьогодні в студії був Кирило Нахимчук, голова відділення Нотаріальної палати України в Миколаївській області. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре. До свидания.